Абсолютным триумфом для Казахстан Темир Жолы закончилась 9-я спартакиада «Самрук-Казна». В 11 видах спорта железнодорожники завоевали 11 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медалей. Наша компания усердно летом и осенью готовилась. Почти что все командные виды и личные виды спорта мы приняли участие. Все молодцы, все вот спортсмены заслужили свои места, выиграли. Несмотря на упорную борьбу соперников, атлеты КТЖ завоевали 2 золотые медали в плавании, 2 золота в шахматах, столько же в армрестлинге, по одной золотой медали на настольном теннисе, асакату, тогоскумалах и киберспорте. Залогом успеха стало то, что мы раньше это начали, во-первых, подготовку. У нас было больше времени, все-таки это командный вид спорта, и мы над этим очень хорошо поработали с ребятами. Я счастлив тем, что занял первое место и какой-то вклад внес к КТЖ, что общекомандное мы привело первому месту. Ожесточенная борьба развернулась за первое место среди девушек по волейболу. В плей-офф все команды бились до последнего, однако девушки из КТЖ оказались непобедимы. Финальный поединок приковал к себе внимание всех зрителей спартакиады. Я думаю, раз меня выбрали лучшего, я думаю, какой-то вклад внесла. И не только я, это командный вид спорта, и поэтому тут девочки тоже очень важную роль сыграли. И мы думали, мы собрались, и мы доказали, что мы лучшие. И во всех спортах, вот КТЖ, если это первый год мы занимаем первое место, значит, мы доказали, что мы лучшие. На этом россыпь медалей для КТЖ не закончилась. В активе железнодорожников также серебро в плавании. 2 серебряные награды в армрестлинге, по одной награде в настольном теннисе и тогоскумалах. Еще одну серебряную медаль удалось завоевать в баскетболе. Еще 3 бронзовые медали работники КТЖ завоевали в женском плавании, настольном теннисе и мужском волейболе. Визитной карточкой КТЖ традиционно стала неуемная поддержка болельщиков. Спартакиада «Самрук-Казна» из года в год набирает популярность и обороты. В этом году в состязаниях приняло участие почти 1000 спортсменов. В следующей юбилейной 10-й спартакиаде КТЖ постараются удержать переходящий кубок «Самрук-Казна». Пожелаем нашим спортсменам еще больших высот на работе, в спорте и жизни.